Привет, Стримаши. Небольшой обзор этой фрукты или ягоды фейхоа. Я ее вообще особо никогда не покупал, здесь решил попробовать. Это такая вот неспелая, которая жесткая. Надо выбирать, которые мягкие. Тогда они нормальные, похожи на киви, на каком-то лимончик такой маленький. Но когда мягкие, они уже гнить начинают. Но вот так вот я выбрал потверже, и на самом деле-то ничего хорошего нету. Потому что когда она потверже. Так. Сейчас ее. Кожуру надо счищать, потому что она жесткая. Есть ее невозможно полностью. Так. Вот так выглядит внутри. Вкус хороший, такой кисленький. Стоило сначала 200, потом 125, сейчас вроде 110 рублей. Ну, дороговато, в общем-то, конечно, 110-120 рублей, но по вкусу мне понравилось. Этот вот жесткий, и поэтому вот эта часть вся, она такая неспелая, даже если срезаешь кожуру, неудобно есть. На этом все. Просто для меня это новый был фрукт или ягода, поэтому хотел рассказать про нее. Пока, стримаши, подписывайтесь, ешьте фейхоа, смотрите мой канал.